Всем привет и добро пожаловать на мой канал. Сегодня мы поговорим о глобальном обновлении от 19 апреля. В данном обновлении много нововведений, но мы начнем со вкладки «Тренировка». В следующем нас ждет вкладка «Средства Федерации». По сути, это временный фонд, в котором можно получить 2100 солнышек. Следующее событие – это следственная группа. Объединяйтесь с другими выжившими, чтобы получать награды, выполняя задания. Далее у нас идет вкладка «Повышение шанса объединения», так как нам ввели новые уровни, то есть нам ввели уровни 130+, нам добавили новый синтез, а также ввели скидку на прокруты каждый день в полцены. Также нам изменили сам принцип синтеза, теперь можно получить базовые формулы за определенное количество прокрутов. Далее у нас идет событие «Торговый возврат». В этом событии вы можете приобрести на рынке какое-либо эволюционное снаряжение, там, например, ЛСС, Занбат, Остальной щит, Огнемет, Биот, Снайперку или Граник, и у вас есть шанс получить свою голду назад. Следующее событие – это теневые парные пистолеты. Это новое эволюционное оружие. В целом, оно достаточно неплохое, если судить по тому, как оно ведет себя на глобалке, но в любом случае нужно тестить и смотреть, как у нас что будет с ним. Далее у нас идет счастливая сумка распродажи. По сути, это событие ничем не отличается от обычной счастливой сумки. Просто здесь награды не такие востребованные, и стоимость на них гораздо ниже. Следующее событие – это акция Ковчега. Здесь вы можете приобрести разные паки за реальные деньги. Далее у нас идет событие «Божественный миф». Это рулетка с мебелью. В принципе, все эти элементы уже были в предыдущих ивентах. Далее у нас идет стандартное событие «Парная тренировка». Но так как у нас изменилась система сожительства, то в парной тренировке при выполнении заданий добавили дополнительные награды за выполнение именно парных заданий, которые, так это сказать, специальные жетоны для сожителей, за которые можно будет что-либо обменивать. Далее у нас идет событие «Рынок каравана». На рынке каравана представлена рулетка с новой мебелью. Здесь больше ничего не поменялось. В торговом центре у нас идет событие «Счастливый подарок». Это рулетка с дронами, а также с новым костюмом. Система сожительства поменялась, и теперь можно быть сожителями из разных лагерей. Но когда вы находитесь в одном лагере, у вас преимуществ больше. Также появился новый магазин для сожителей, то есть вы можете зарабатывать вот специальные жетоны, где сможете их обменивать, там разные редкие награды. Мехматы, костюмы, транспорт, обои, ну в целом можете увидеть все, что там есть. Также я забыла упомянуть один нюанс, возвращаясь в тренировку, появились новые данжи с режимом мутации. Это ежедневный данж, еженедельный данж, а также операция Федерации. Также хочу заметить, что количество ежедневных данжей сократилось до 4, то есть раньше было 5, теперь 4.
Режим мутации также входит в ежедневное количество данжей, ну и в еженедельное, и в операцию федерации. То есть вы можете пройти две элитки и два каких-то еще данжа, то есть какой-то обычный и один в режиме мутации, или два обычных, но тогда в режиме мутации вы пройти не сможете. Также касается недельных и операции федерации. То есть если вы идете операцию федерации в режиме мутации, то обычную вы пройти уже не сможете. Теперь мы переходим ко вкладке «Руководство по пятому сезону». Здесь вы можете выполнять задания и получать награды, в том числе костюм. По сути, здесь описаны все события и нововведения, которые нам были добавлены. Нам добавилась новая профессия, дали талон смены профессии, добавили ядра мутаций. Пока с ними еще мало кто разобрался. По сути, на глобальной версии видео много, но они все на английском языке. И пока я не изучала хорошо этот вопрос, чтобы о нем рассказывать. Но есть типы специальных ядер. Вы их вставляете в свое оружие и с помощью него, по сути, усиляете свой урон. Каждое ядро дает какой-то особый бонус. Также важно сказать, что нам добавили 130 плюс уровней, добавили новый синтез, добавили новое снаряжение, добавили новые данжи. Это ежедневный новый данж от 130 уровня, недельная операция от 131 и операция федерации от 132. По сути, очень много разных нововведений, добавили новую локацию, но еще пока совсем не успели разобраться. Также у нас тут в руководстве по пятому сезону добавили рулетку с автомобилем. По сути, здесь его крутить только ради автомобиля или мотоцикла. Больше других ценных наград здесь, по сути, нет. Возвращаясь к нововведениям, по сути, сейчас очень много заданий будет связано с новой локацией и исследованием новой локации, какими-то сюжетными заданиями. Постепенно я буду все выпускать, ну, то есть, что буду проходить, то буду выпускать. Но пока вот как есть, то есть, вкратце рассказала какую-то информацию. Дальше будем смотреть, что к чему. Когда я разберусь с мутационными ядрами, я тоже сниму отдельный ролик и расскажу про это подробнее. Информация по новой локации, а также задания, за которые можно получать награды, находится во вкладке «Город Ковчег». По сути, здесь можно получить абсолютно всю информацию про эту новую локацию, взять сюжетное задание, а также выполнять дополнительное задание, чтобы получать награды. Всем спасибо за просмотр. Надеюсь, мое видео было полезным для вас. Не забывайте ставить лайки и подписываться на канал. До новых встреч. Увидимся совсем скоро.